Слетай давай. Ребята, всем привет! Вы смотрите мир глазами охотника. Сегодня мы уже охотимся второй день. Вчера приехали буквально, вот нас пригласил Николай на охоту. Ребята, привет! Степа с нами. И вот там Леха сидит в дырке. Короче, приехали вчера буквально впритык на вечернюю охоту. Успели только скрадок поставить по-быстрому. Чучела пока выкидывали. Уже начали гуси, короче, лететь. Ну, там особо не до съемок было, но уже охоту всю снимал. Вот тройка заходит. Ну этих можно будет колотить. Не, рано. Тише. Что ты? Котел собрался, да? Влево. Только два выбили, да? Да. Вон этот одиночка сразу заломался. Блин, вот этих надо было... Садятся, тройка слева. Ну, не, высоковато. Да. Вот их ветром, как смотри, сносит. Да, это все белолом. Пойбить что-то не смотри. Yes. Да это белолобы, что-то какие гумиши. Это нет, что ли? Надо его сразу... Блин, смотри, пошел! Сейчас он упадет 100%. Вон он, между двух столбов. Стая. Заберем его потом. Не, высоко, не бьем сразу, высоко. Это бессмысленно. Может еще раз зайдут? Может что-то останется просто? Можно было попробовать, конечно, по разу в них шмальнуть. Мы же какого бы выбили, но, конечно, это предельная дистанция. Все? Бью? Да что ты делаешь? Сбил? Я даже его не видел! Один идет, я же сказал. Что, на охоту? Пацан при... первый раз на гусиной охоте. Нормально забрал гуся. Да, это точно. Красава с поля, да опять. Я его даже не видел. Да. Надо их подниже опустить. Вот он торчит носом, вот так. Давай я сбегаю. Примерно на дорогу все. Они на поле здесь вот. На поле? На дороге далеко.
подходит? Не, высоковато. Эх, и подниматься над скоротком. Все-таки видят. Ну. Все-таки видят. Синица на 12. Бьем воробья. Бьем синицу. Уж это жарковато как-то. Как пробежался. Бляха, этот гусь, засранец, не подпустил, чтобы хоть... Он сел там, да? Да. Он сидит как-то неправильно, ноги отбиты. У него нога отбита еще, он как, блин, он вообще четко, бляха, как бы падал, да, сразу. А потом выпрямился. А потом что-то выпрямился над самой землей. Вот сейчас они хорошо уже. Сейчас может еще один круг, если сделают. Ай, есть, 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 есть. Отлично. Один остался, да? Четыре было, три выбили. Отлично, хорошо. Степа, Степа. Тише, не стреляй напротив этих. А этот, который рядом упал, вот здесь, справа. Вот один здесь упал, один сюда. Не успеваешь особо хорошо стреляться, конечно, когда столько народ. Высоко они. О, да-да-да, но уже поздно. Сейчас будем бить. Они нервничаем, товарищи. Держим себя в руках. Сейчас они заходят, и мы их бьем. Не-не-не, блин. Да это уже далеко, конечно. Не-не-не, не стреляй. Надо к нему подбежать и стрельнуть. Не выходи сюда. 8-9. Они, видишь, подламываются сразу. Ну вот эта четверка. Семерка там. Заходит в спину нам. Посадится про сюда. Одиночка сзади за головой, прямо в голову. Ну надо бить, если... Не, высоко поднял. А, высоко, высоко. Высоко поднял. Давай бьем, короче. Раз. Нет, там сидеть. Степа подбился. Красава. Давай сбегай. Ё-моё. Смотри. Красава! Я закинь его там. Да, вот это.
Что за ружье у тебя? Как называется? СОС? СОЗУКА. Какая? Как называется? 63-я. А покажи, Степан, какими ты патронами стреляешь. Он еще все по какими патронами стреляет. Да. У него не, ну есть полный еще... олдскул. Еще и не дедовский. Есть ему, есть. Смотри, смотри, как прикольно падает. Давай, Степан, забери его. Или я заберу. Просто я уже забегался. А, ну все. Бляха, мне кажется, все в него стреляли, нет? Высоколада, конечно, но... Да, сейчас вообще высоко стали. Ну да, мы бы его сейчас забрали, если бы не стая. Но стая, походу, уходит. Вон, прямо находят, прямо находят, прямо на этом. Если зайдут, будем бить. Бреют прямо к нам. Сразу, если что, бьем. Да, да, будем бить. Бляха, муха, чуть. Не, далеко. Да, там садятся прямо перед нами. Там сидят уже. Не, ну может что-то сейчас судой пролетит, и мы их выстрелами поднимем чего-то. Конечно. Ну там больше тысячи, точно. Конечно, когда там тысяча гусей сидит, то они будут сюда лететь на профиля. Вон тройка лета. Недоверчивая, уже который круг. Бляха, и стая сидит, гусей там тысяча, и она этот круги нарезает, эта тройка, смотри. Блин, ну если что, стреляемся, хоть чтобы стаю эту поднять. Да, если налетают, надо отстреливаться, через пускать. Видишь, они сразу туда сядут, они туда не приедут. Какой-то. Не, ну эти обходят нас. Там вот смотри, справа вроде как, да, летят, все понятно? Не, должны найти. Они на второй круг не пойдут, они сразу пойдут на большое стайло. Заходят. Да, вот эти вот. Чуть-чуть. Да, сейчас когда зайдут, будем бить эту тройку. Красава! Ох, хорошо! Не поднялись, смотри! Смотри, эти сразу садятся дальше! Три было и три избили. Ну это нормально. Они реально хорошо нашли. О. Завтра в школу. Завтра в школу не пойдем. Вон парка идет. Готовьтесь. Сенитарь будет бить. Так нормально. Бьем? Да. Да. А, нет. А не, бляха-муха. Не. Далеко. Чуть-чуть не да. Короче, вот результат вечерней охоты. Еще гуси на полях. Но надо еще подготовиться к завтрашней утренней охоте. Поэтому пораньше собираемся, чтобы успеть приготовиться. Ну, в принципе, неплохо отохотились вчера. Но сегодня пересели на поле уже. Кстати, гуси вчера, мы стреляли по ним, они садились вот сюда, в эту низину. Мы уже думали, что они сегодня прилетят с утра в эту низину. Как бы закопались с ночи и сегодня уже руки потирали, там патронов набрали. Но как бы не тут-то было. А, Степа,
Степа первый раз на охоте. Покажи, Степа, какое у тебя ружье. Король охоты нашей, да. У Степы ружье. Старше Степы в 3 раза, да. Стреляет ружье, попадает охотник. Смотри. Короче, гусь, видать, ну, непонятно, то ли пошел дальше, то ли другое поле нашел, то ли не вылетел сегодня. Ну, непонятно. По идее, блин, вчера он прилетал сюда, ну, тут сидело, блин, ну, голов 500, и там 500. Ну, тут больше 1000 было вчера гусей, я думаю, да? Да. Больше 1000 было, и, ну, прилетело буквально пару стаек, и они так стороной, ну, подлетели, что-то не понравилось. Неха и сразу улетели. Но в итоге все равно как бы поездка получилась нормальная, результативная, интересная. Постреляли. Кто-то первый раз на охоте и уже с трофеями. Как бы все отлично. Коле большой респект, большое спасибо за то, что нас позвал. Как бы прыгнули в последний вагон, я думаю, это закрытие уже по гусиной охоте. Я, скорее всего, уже больше не попаду в этом году. Ну, только, может, осенью. Все, оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угоде. Ставьте лайки.